Здрасте. Всем, друзья, приветуленьки. Мы продолжаем играть на Золотом Колосе, уже третья серия, и все еще первый день у нас идет с нашими садиками. Все никак мы не можем разобраться, потому что работы довольно-таки много. Что у нас вообще на данный момент происходит? Во-первых, GCB-шка вот эта вот катается и ездит, возит известь, которую мы купили. Она ее возит на базу. А также два трактора у нас работают на наших рисовых полях. Правда, занимаются они далеко не рисом. Если мы туда прибежим, то мы увидим, что они культивируют и разбрасывают известь. Где-то вот тут, да? А где культиватор-то? А это не наши поля, сорямба. Да, вон и культиватор культивирует, а вот этот товарищ, только вот сейчас приехал, будет разбрасывать известь. Что-то я там намутил с автодрайвом на 17-м поле, надо будет потом проверить. Не захотел он на него ехать почему-то. Видимо, где-то что-то как-то неправильно сделал. В общем-то, вот этот товарищ сейчас у нас посыпет тут все известью со всей силы, все три поля, после чего мы их удобрим с помощью самолета, после чего вот эти два трактора поедут у нас сеять пшеничку и кукурузку на эти самые поля. Тут, в общем, все понятно. Да, травку, которую мы сейчас собрали вокруг нашего 6-7 поля, я отвез пополам на моносмесь, точнее в кормосмеситель, а также все остальное высыпал на ферментаторы. Можно, в принципе, их даже запустить. Во-первых, давайте мы, наверное, склады подключим. Все. Бункеры сырья, бункеры кормосмеси, что-то это новенькое или нет. Ладно, неважно. Это мы подключили. И заводы. Кормосмеситель, а здесь тоже надо присоединить склады. Вот этот склад тюков, а также силосные башни, пускай там будут. Также склады, которые силосная башня на коровнике. Вот она, мы сюда привезли 64 куба травы и 40 кубов привезли на кормосмеситель. Но туда только 40 влезло. Короче, мы ферментируем вот эти вот 64 куба. Пускай гниют и превращаются в силос. Потом будем дальше развлекаться. Коровником вроде как разобрались. Можно, кстати, еще и вокруг 18-го поля затюковать вот эту вот траву. У нас есть тюкалка, которая это быстро оборачивает все. Можно, в общем-то, отвести тоже это все дело будет на силосную башню. Или переворошить в сено. Давайте в сено. Да. Вот эту траву, кстати, тоже можно сюда вот высыпать. Что она здесь лежит? Правильно. Вот, в общем-то, сейчас скосим, переворошим, заволкуем, затюкуем, и будет у нас еще сено для коров, которое мы просто тюки отвезем, и все будет классно. Так что, в общем-то, погнал я это все делать, да.
Не знаю, стоило ли то, что мы сейчас сделали, того, чего мы сейчас сделали, как бы 14 тюков сена, но ладно, пусть будет. Когда мы засеем 18-е поле травой, тогда уже будет немножко полегче. Значит, друзья, у нас 11 часов утра, и закончилась у нас культивация на наших рисовых полях, а также уже... Что здесь происходит вообще такое? Дружище, ты что, дурак, что ли? Короче говоря, я вот этого товарища отправил посыпать известью 13-е поле последнее, но что-то он решил сначала на него поехать, хотя по факту ему неплохо было бы сначала заправиться съездить. А, вот он и поехал, отлично. Около 15 кубов извести уходит на одно такое поле. То есть ему в любом случае надо было бы съездить пополниться два раза. Поэтому пускай едет, пускай все это дело посыпает. Но, так как мы, друзья, по сути дела, закончили с покосом, я сейчас очень сильно призадумался вообще, а следует, надо ли нам вообще косить вот эту полянку, потому что, по сути дела, одним покупным навозом, который мы за 5000 купили, мы можем этот весь компост заменить. В общем-то, я еще в раздумьях, надо ли нам все это дело косить. У нас, получается, есть свободных два трактора уже, и надо их отправить сеять наши поля. Вот этого товарища мы подцепили сеялку, которая зерновая. Выбираем здесь пшеничку первого сорта. И начнем мы посев с седьмого поля. Генерируем этому товарищу маршрутик простой. Разумеется, ездить загрузка, наполнение, тут тоже все понятно. Ставим ему и автодрайв еще за компанию. Получается поле 6-7, и пополняться тебе нужно будет на базе семена загрузка. А также автогруз, конечно же, надо поставить на семена, потому что тут это работает именно так. На ферме, да. Ну, разумеется, уведомлялку нам шли, когда закончишь. С этим, в общем-то, понятно. Едь давай, сей. У тебя все получится. А второго трактора у нас там кукурузная сеялка как раз. Сажалка, точнее. Ему, в общем-то, те же самые операции надо назначить. Только уже на 17-е поле. Оно у нас как раз и с известью, и закультивировано, и все с ним прекрасно. Генерируем ему, во-первых, маршрут. Во-вторых, автодрайв. Запуск со стартовой точки. Также, что нам надо сделать? Маркера нет, удобрения сеялкой тоже нет. Не надо нам здесь ничего удобрять. Мы потом самолетика все удобрим. Ты у нас едешь на поле 17. Да, я там подправил автодрайв. И семена загрузка, ты там едешь пополняться. В общем-то, все, давай, шуруй. У тебя тоже все прекрасно получится. А мы такие, друзья, наконец-то возвращаемся или переходим к нашим садам. Пора бы уже и этим заняться. Значит, во-первых, GCB-шка, так как освободилась, уже вовсю возит сюда компост. Уже даже что-то сюда накидала. Ну, по 20 кубов, конечно, много раз ей придется съездить, но пускай едет. Ничего страшного. Наши сады сейчас находятся в стадии отдыха, то есть типа сейчас осень. И это самое время для того, чтобы посадить саженцы, купить саженцы и засадить их сюда. Нам нужно купить 40 саженцев деревьев. И на 4 сада мы все фрукты абсолютно посадим и посмотрим, как это, что у нас работает. Для этого нам понадобится вот эта наша платформа с Уралом. Благо здесь есть автоподбор, поэтому цепляем поддоны, и нам нужно купить, я не помню, сколько поддонов сюда влазит, но... Начнем, друзья, с яблок. 10 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ага, хренушки. Нифига оно сюда не залазит, я понял. 10 поддонов всего лишь можно загрузить на эту платформу. Ну, в общем-то, ладно, пойдет. Ну, поехали в сад тогда. Все это дело загружать. Засаживать. Да, путь здесь определенно не близкий, но ладно, ничего страшного. Давайте вот сюда вот сейчас выгрузим наши вот эти вот поддончики. Бздынь. А вот этого товарища отправим обратно на садовый центр, пускай едет и ждет нас там, пока мы тут будем сажать наши яблоньки. Мы ж яблоньки повезли, да? Все, давай, дружище, есть, у тебя все должно получиться. А вот наши поддончики. Да, это у нас яблоньки все. Блин, я надеюсь, что Сибишка сейчас не сюда поедет. Черт, она едет сюда. Я прямо на ее пути высыпал. И боюсь, что сейчас будет большой бадабум. А не, он увидел поддоны. Неплохо. В общем-то, я уже в гайде показывал, как это все дело у нас работает. Берем в руку саженец и начинаем вот это вот все развлекаться.
так вот по одному деревцу мы идем, все сажаем, нажимаем на кнопочки, и все будет у нас красиво. Без понятия, друзья, сколько у меня это времени займет. Теория вообще дохренища. Это такое дело не сильно быстрое. Хотя, с другой стороны, нормально. Ходишь тут деревья, знаете ли, сажаешь. Интересно, вот считается, что мужчина должен сделать три вещи в своей жизни. И одно из них — это посадить дерево. То, что я вот это вот сажаю сейчас деревья, это считается вообще, не? Ну, потому что в теории как бы считается, не знаю. А знаете, что самое интересное? Я ж вот эту вот всю процедуру раз десятый уже делал. То есть сначала у меня появилась вот эта вот самая карта. И тут как бы ходи разбирайся. Потом были фиксы, в которых надо было начинать новый сейв. Ну, точнее, новые сады. Там по-другому все работать начинало. И я еще раз это делал. Потом что-то там сломалось, мне еще раз пришлось. Потом мне надо было гайд снять. Потом еще надо было обложку сделать и на первую серию, и на гайд. Там везде сады засаженные на обложках. И я еще раз ходил вот это вот. А там я уже, ну, по полной. Прям, чтобы красивенько было. Вообще специфическое занятие, конечно, такое, не спорю. Ну ладно, ничего страшного. Я весь уже почти закончил. Еще три ряда осталось всего. Правда, еще и три сада целых вот таких. И это, конечно, ну такое себе. Ладно, на самом деле, вот за эту механику разрабам отдельный респект. Мне она прям доставляет. Классно сделано, прям замечательно. Хотя тут на карте, блин, все, по сути дела, классно сделано. По большому-то счету. Я надеюсь, вы со мной согласны. Все, последний поддончик, и GCB-шка дальше едет навозик развозить. А мы последние деревья... Последний ряд сейчас с яблочками сюда вот так вот засаживаем. И все у нас будет прям классно. У меня прям, знаете, уже на автомате вот это вот все происходит. О, отлично. Сад С у нас будет с яблочками. В общем-то, друзья, наверное, за кадром я засажу остальные сады, потому что вряд ли вам сильно интересно будет на это смотреть. Так что бздынь-бздынь. Ну и вот, друзья, последний ряд деревьев, которые я засаживаю, я, честно говоря, уже задолбался это делать, но ладно. Это не такое частое действие, которое требуется. У нас все садики поливаются, сейчас я вот этот вот тоже запущу, чтобы тоже поливался. Надо, чтобы влажность у всех была в пределах нормы и все было хорошо. Поэтому везде мы вентили открываем вот эти и тоже все будет нормально у них. Во. Короче, что мы имеем? Давайте посмотрим в меню. Сад А у нас абрикосы, сад Б у нас вишня, сад С яблочки и сад Д грецкие орехи. Везде уже вот тут поливается вовсю. Соответственно, сейчас деревья находятся в стадии отдыха, и через 4 дня, когда пройдет первый цикл, когда они подрастут, там будет, во-первых, чуточка урожая маленькая, и тогда уже надо будет вносить вот это вот дело, компост. Сюда сейчас, слушайте, тут уже большая куча лежит. Склады. Садовая компостная яма. 147 кубов уже перевезено, это половина, чуть меньше. Всего мы, по-моему, 350 кубов купили. Где у нас? Вот она, ферма Кузнецов. 191 еще остался. Короче, пускай катается, пускай ездит. Также, если мы откроем карту, мы увидим, что 7-е поле уже полностью засажено. А также 18-е поле, оно медленно, потому что там очень мало семян в бункере, и он очень часто едет пополняться. Вот здесь вот мы видим, как это, класс наш. Он едет на 13-е поле, сеет тоже пшеничку. Ну, короче, они там засеются, все у них будет нормально. Один раз я уже, кстати, отправил самолетик это все дело удобрить. Так что здесь у нас одна стадия удобрения уже есть. На 7-м поле, ну, понятно, уже две стадии удобрения, потому что одна у нас была с самолетом, мы эти два поля убирали, точнее, удобряли. А один раз это был, когда мы еще убирали поле и разбрызгивали солому, рассыпали. О, привет, GCB-шка. Кстати, GCB-шка тоже приехала, у нее тоже все хорошо. Она высыпает, здесь все нормально. Что у нас вообще на садовом центре еще осталось не вывезено, интересно. Склады, садовый центр. А, мы еще не вывезли вот эту вот химию для сада. Также обогащенный грунт. Но грунт после того, как навоз весь перевезется. По сути дела, нам все это дело понадобится только через 4 дня, поэтому можно сильно не торопиться. Я оставлю вот это все ферментироваться. Потом, когда оно переферментируется, мы перевезем на склад, а там уже и, скорее всего, к тому времени будет наша травка готова. И, может быть, соберем еще, а может быть, тупо купим у Кузнецова, потому что денег он просит не очень много. Можно все это дело покупать. В общем-то, друзья, на сегодняшний игровой день еще осталось что сделать. Во-первых, нужно будет убрать 18-е поле, когда созреет. А созреет оно только к вечеру.
так понимаю. И, соответственно, засеять там траву. Я это все сделаю за кадром, довожу грунт за кадром и, короче, все вот это вот тоже доделаю за кадром, потому что тут особо ничего интересного нету. Ну и встретимся мы с вами уже завтрашним утром, если можно так выразиться, когда будет у нас уборка полей, а также купим рассаду для теплиц и что-нибудь там посадим. Пока что не знаю что. На этом, друзья, у меня все. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Про лайкусики не забываем. Пишите ваши комментарии, все, что вы думаете по поводу этой карьеры, карты или вообще просто какую-нибудь хрень напишите. Я буду рад. Да. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилы. И всем покаки.